2013 года по инициативе Министерства культуры Российской Федерации в ночь с 3 на 4 ноября проводится всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» в рамках празднования Дня народного единства. В удивительную атмосферу творчества окунулась и наша съемочная группа. «Участвуй и меняйся». Под таким названием прошло торжественное открытие «Ночи искусств» в кинотеатре «Кубань». Удивительная атмосфера, неординарные мастер-классы, бесконечная радуга эмоций и эстетического удовольствия наполнили в этот день кинотеатр «Кубань». Целью данной акции, наверное, является популяризация искусства, потому что в данное время, время интернета, конечно, у людей, может быть, не остается времени на то, чтобы взять ту же книгу и почитать. А такого быть не должно. Все равно мы должны находить время для чтения книг. Пускай это будет электронная книга, но люди должны читать. В эту ночь для гостей мероприятия было подготовлено много необычного и интересного. Свое творчество и искусство представили историко-краеведческий музей, городская библиотека, Дом культуры, кинотеатр «Кубань». «Мир поэзии» – творческая программа поэтов клуба «Славяне», «Серебряные росы» – выставка работ художников Славянского района. «Прикоснись рукой, почувствуй сердцем» – выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Все это могли увидеть жители нашего города в эту культурную ночь. Работ множество здесь. Здесь и резьба по дереву. Кстати, очень интересный вот можжевельник, очень интересно пахнет. А дальше у нас бисероплетение, у нас квиллинг, куклы, оригами. Ну и, конечно же, обязательно это выставка изобразительное искусство. То есть наши художники здесь, они есть. Ценителей прекрасного в нашем городе немало. В числе посетителей можно было увидеть и молодежь, и представителей старшего поколения. Все они с большим удовольствием участвуют в таких акциях. Очень все нравится, все абсолютно рада, просто очень рада, что наши люди имеют такие золотые руки. Вот это все, это для того, чтобы народ приобщался, народ приходил, народ видел эту красоту, народ общался между собой и знал, что у нас в городе, какие клубы работают, какие есть коллективы, чтобы эти люди приходили в эти коллективы. Неравнодушных к культуре и искусству людей в эту ночь ждали и в картинной галерее. Здесь было представлено сразу несколько экспозиций. Это шедевры музейных фондов, народные промыслы России, выставка картин, художественная открытка и даже ретро-техника. Быстрый, быстрый, не слышу шаг, нынче тоже она поет, только все же напев не тот. Для своих читателей Славянская межпоселенческая центральная библиотека подготовила акцию на экраны с книжных страниц «Литература и киноискусство». Все желающие могли попробовать себя в качестве режиссера, актера, кинокомпозитора, принять участие в конкурсах и викторинах, исполнить любимые песни. В эту ночь каждый смог попробовать свои силы в самых разных направлениях искусства, прикоснуться к прекрасному, пробудить свой творческий потенциал. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».